Привет! Вы на канале «Обратная география». Сегодня я расскажу вам про муравьеда. Погнали! Муравьеды обитают в Южной Америке. У них очень длинные когти. Они могут отпугивать даже ягуаров. Но на самом деле они не такие уж и страшные. Они питаются в основном только муравьями и термитами. Но все-таки случаи смерти от них были зафиксированы. Например, как там один муравьед убил двух охотников, а сила его удара может убить одну собаку одним ударом. Кстати, муравьеды схожи с ленивцами или даже броненосцами. Иногда к виду муравьедов относили даже трубкозубов. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Это была «Обратная география». Пока!